Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я продолжаю видеообзор по проекту Bizcoin. Значит, что у нас появились задания здесь. Ребят, кто не понимает, лучше сюда не лезть. Я задания не выполняю. Я как бы... Если, конечно, кто разбирается, пожалуйста, можете пользоваться. Но если нет, то лучше не надо. Потому что могут и забанить, и всяко бывает. Значит, что очередные мои пакетики отработали, что я покупала по 100 сатошиков первый уровень. У меня уже на балансе 3514. Я могу покупить уже второй уровень, 3 пакета. Значит, поинты я перевела на мой баланс. Кошлинки я уже сегодня все просмотрела, ПТС. Значит, и сейчас я буду... Так, мани. Переводить майн баланс на Пуршаза баланс. Вот майн баланс. У меня 3514 на Пуршаза баланс. Вот тоже по умолчанию стоит. Так, я аккуратненько копирую. Эту сумму стираю, все с нулями, все как положено. Так, так, майн баланс Пуршаза перевожу. Все, я перевела. Сейчас страничка обновится. И вот у меня на Пуршаза баланс на этом 3540. Так, нажимаю инвест. Вот мой, так, history. Все мои пакетики отработаны. Вот, все отработано. Теперь я буду покупать, могу купить 3 пакета. Второй план, вот этот, пак 2. И... Что у меня еще здесь выходит? И 5 пакетов я могу купить первый уровень. Значит, смотрите. Первый уровень вот здесь вот стоит 100 сатошиков. Первый уровень. Я нажимаю сюда. И вот здесь вот у нас пакеты. Нажимаю пак 2. И второй пакет стоит 1000 сатошиков. Вот, 1000. У меня 3000. Я могу... купить, ну, вот, с этого спорша с баланса 3 пакета, значит, по 1000. Нажимаю раз, второй и третий. Так, перезагружаю страничку. Так, у меня 540 сатошиков осталось. Так, давайте посмотрим историю. Вот у меня 3 пакета куплено. Так, далее что? Опять нажимаю план. И левел 1. Вот у меня уже по умолчанию он всегда здесь стоит. И я 5 пакетов буду покупать первый уровень. Значит, 1, 2, 3. Перезагружаю. У меня 40 сатошиков. И опять идем в историю. И у меня куплен первый уровень. 5 пакетиков. 3 у меня второй уровень пакетика. И 1, 2, 3, 4, 5 пакетов первый уровень. И вот таким вот образом мы будем, как я уже говорила в предыдущем видео, наращивать свои сатошики. И потом уже будем проверять, естественно, на вывод. Значит, здесь вот третий план. Если у кого есть, как бы, сатошики, может себе позволить третий уровень, пожалуйста, покупайте. А третий уровень у нас уже стоит, смотрите, вот здесь вот внимательно. Это он уже стоит 10 тысяч, он уже стоит третий пакет. Выходит. Видите? Ну, вот сами тут пощелкайте, посмотрите, сколько стоит минимум один пакет.
Ну что, таким вот образом у нас объявился в чате админ. У него, похоже, был выходной, я не знаю. Суббота-воскресенье. Вот админ появился. Если есть у кого вопросы, можете задавать. Есть скайп-чат, как я говорила, чтобы не в помощь друг другу, чтобы не работать в одиночку. Я свой скайп оставлю под видео, стучитесь, добавлю. У меня на канале создан плейлист по проекту. Кому надо, заходите, смотрите видео, пишите, стучитесь, помогу, чем смогу. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.